44 школы будет построено в этом году в Алматинской области. 31 из них по программе «Нурлы жол». Всего благодаря господдержке в регионе будет реализовано больше сотни проектов на сумму свыше 85 миллиардов тенге. В их числе строительство инженерно-коммуникационных сетей, реконструкция и проведение новых тепловых сетей и линий водоснабжения. На все эти работы будет затрачено более 4 миллиардов тенге. Также будут реконструированы здания вокзала в Талдыкургане и двух районах. Выполнение всех программ должно стать приоритетом, подчеркнул руководитель области Амандык Баталов. В ближайшие год-два в каждом районе будут возведены физкультурно-оздоровительные комплексы. Три из них сдадут в эксплуатацию в этом году. Продолжится и реализация жилищной программы. Весной в Талдыкургане начнется строительство коттеджного городка. 143 тысячи человек в очереди на ИЖС стоит. Он увеличивается. Мы не можем земли раздавать. И в этом году вместо сейчас 4, если 17 миллиардов деньги получим, там подготовим вот хорошие земельные участки.